Всем привет, с вами я, Катрин162, и сегодня я играю в Майнкрафт. И в Майнкрафте у меня вот такой вот скин. Так как я обожаю котиков, то я решила взять себе такой вот скин рыжего котика. Сегодня я хочу построить вот такой вот механизм. Так, когда нажимаешь на рычаг, так, что-то не то. Так, видно, где-то сломан редстоун. А, так. То вот. Тогда стрелы будут вот так вот быстро выпускаться. Потому что сами посмотрите, если просто поставить раздатчик, так, куда бы его поставить? Ну вот, например, раздатчик. В него положить, к примеру, сколько-то стрел. Потом взять рычаг. Так, лучше отключу, а то туда житель пошел. Зачем-то. Поставить рычаг. И тогда вот, как только одна стрела выпускается. Как это медленно. Даже если делать... Будет так. Будет вот так. Не очень быстро. Да, конечно, их так тоже можно много выпустить, но это все равно не слишком много. Поэтому я покажу вам, как построить этот механизм. То, что вот сколько стрел выпускается. Так, для начала возьмем редстоун пыль, рычаг. Редстоун пыль, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так, девять. 9 редстоун пыли, 2 наблюдателя, один раздатчик, один рычаг и стрелы. Какое-то количество стрел. К примеру, стак. Хотя бы стак. Теперь отойдем. Поставим. Так, для начала еще посмотрим, как здесь. Так, да, все правильно оставлю. Так, поставим рычаг, теперь можно взять просто любой блок, любой, абсолютно любой, поставить его, так, и его потом нужно убрать, потом поставить раздатчик, здесь рычаг, здесь обвести все, так, не туда провела, обвести все редстоун пылью. Сюда надо положить стрелы. Потом нажимаем. И вот, выпускаются стрелы. Так как, расстояние слишком далеко, то смотрите. Вот, как быстро выпускаются стрелы. Самый настоящий пулемет в Майнкрафте. И все, с вами была я, Катрин162. На этом я буду заканчивать свое видео. С вами была я, Катрин162. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч!